В основном я видела только спортивный зал и кровать, потому что лето – это у нас самый тяжелый сезон, так скажем, в нашем тренировочном процессе. Поэтому все лето мы тренировались. Вот, в июле у нас была универсиада, мы заняли второе место. И мне удалось на пару дней съездить домой, отметить день рождения мамы, свой родной город Ярославль. Вот. Поэтому лето у меня прошло, скажем, не так, как хотелось бы, но в условиях того, что я профессиональный спортсмен, приходится отдавать должное тому, что нужно трудиться, заниматься. И в целом я с этим как бы согласна. Вот, а отдыхать будем потом. Первым делом я, конечно же, покушала вкусно мамину еду. Вот, мама всегда готовит мне очень вкусные блюда, когда я приезжаю, такие домашние просто. Вот, и, конечно же, гуляла по набережной с мамой, мы встретили закат, вот, отметили день рождения, покушали в ресторане и поехали домой к моим любимым кошкам. Да, у нас в октябре будет главный старт, это чемпионат России и чемпионат России команды, то есть сначала лично, потом команды. Практически все, что мы делаем, это подготовка к чемпионату России, потому что сейчас других соревнований нету. Вот, и у нас в процессе есть просто соревнования, вот, например, через неделю мы едем в Нижний Новгород, это просто ЦФО, ну, то есть такой, и Казань, это как бы тоже турниры, которые подводят нас к чемпионату России. То есть на этих турнирах мы проверяем себя, исправляем ошибки, и вот в октябре главный старт. Ну, конечно, первое место – это стремление, я думаю, любого спортсмена, и я думаю, это вполне возможно. Вот, но будем стараться выигрывать, но как минимум точно призовой.